Да вообще, бля. Все, давайте посмотрим мем на край и все. За это. Я встаю в 3 ночи попить воды и спотыкаюсь о кота, кот, который подумал, что я специально встал в 3 часа ночи, чтобы его пнуть. Никогда разбана Первый раз на твоем эфире. Слушай, а ведь не врешь. Реально первое сообщение в чате от зрителя. Здорово. Ну нажми кнопку follow, я буду очень благодарен, реально. Вот. В лицее сдают триллион заданий, ученики без проблем. В школе сдают прийти завтра в школу ученики. Директор, ваш сын сегодня матернулся при всех, мой батя. Бля! Ебать, мой ху... Когда 5 лет убил в КС, и теперь думаешь, что за убийство тебя посадят. Хочешь выделиться с... А прикиньте, если реально начнут сажать за убийство в играх. Ебать, я серийный убийца вообще. Сани. Иди нахуй. А Генвай нам запомнил. Быдло, ты ебаная, бля. Если хочешь нормально смотреть, то вот этот чел Питер Сантенело. А, да? Вот смотри, спасибо за 120 рублей. Бля, это ж сколько я убийств сделал? За все время тогда получается. Даже не знаю. Очень много, мало. Хес, такой приятный стример. Я желаю ему счастья и любви. Ой, спасибо, цикада. А что если на самом деле реально любое убийство, даже в игре, это грех? Что будет со мной, если я умру, вот попаду я там куда-то? Вот. И бог такой мне скажет, типа, бля, братан, ты так много людей убил. И не только людей, животных я в игре убивал. И монстров всяких. Чего я только не убивал в играх. Помнился чем? Вот чем для тебя? У меня день рождения в январе. Хорошо, вот чем для тебя январь запомнился? У меня день рождения в июле. Отлично, январь тебе запомнился. А, я понял, понял. А вы поняли прикол? Да, и в чем прикол? Ну да. Батя в других странах рады рождению своего ребенка и воспитывают его. Батя в России. Ебать, даже батя кот исчез. Ставлю хату на победу Нави. Крестик. Крестик, кто же выиграет в этом матче? Кто же окажется сильнее? Барабанная дробь, еще один нолик. Крестик. Не компания у нас, мы наёбщики. Когда вышел из поезда на остановке в туалет, а поезд уехал без тебя. Чё, блядь, в поезде туалета нет, что ли? Пошёл нахуй отсюда, крыша ёбаная! Ушёл отсюда, щегол ёбаный! Это я, когда меня... Точнее, когда Вова заканчивает стрим, и его зрители приходят ко мне в чат и пишут «Привет, ку». Не пиши мне такие хуёвины в чате, блядь! Психологи советуют... что? Психологи советуют чаще уходить из зоны комфорта. Я, который всю жизнь жую с одной и той же стороны. Здорово, заебал. Я пугаю собаки и начинаю орать. И делаю вид, что я превращаюсь в монстр, собака. Ты зовешь своих кентов погулять, но они отказываются. Бомжи, выходите!
бомжи в этом доме не живут. Мне кто-то что-то долго объясняет. Ты заигрываешь со мной, зачем ты глазками так делаешь? Он походу умер. Это я смотрю, как три еблана срутся в моей конфе, не понимая, что я их забаню через 3 секунды. Я становлюсь миллионером и дарю бате машину на день рождения. Бать, когда сел машину. Когда время 3.44, ладно, ты еще не заработал. Вообще-то 3.20, ну ладно. Я лежу в больнице, мам пишет, мне прислали фото, как ты курил. Я в это время. А теперь еще и пукаку. Успокойся, расслабься, можешь дальше продолжать отдыхать. А, вот, здесь весело, если что. Подрочил на крыс в армии в сортире. Было вот сортир, яма полная, полная говна, понял? И крысы вот эти черные. А я думаю, блять, а ну-ка дай-ка как вздрочну нахуй. Чисто ради интереса. То, не ради, а вот чисто под прикормлю. Ну что-то пришло, а там же в армии голодуха ж, понимаешь, там же накипает. И чисто вот в это в очко с говном все. А они же раз и как накинулись. Что-то такое. И смотрю прямо так, что считай, крысы-минетчицы. За это никогда разбана не будет. Фу, блядь. Чего? Я выиграл 100. Я говорю всем, что я добрый, так же я. Без налогового обложения, и я хотел бы эти деньги выделить в детдом, но, к сожалению, я гандон. Я распишу нахуй по ним. Учителя в других школах на родительских собраниях, они умные, но ленивые. Учителя какой-то школы. Нужно, блядь, где кто соснул хуйца, блядь? Кто сломал вещи, блядь, купил амулет, АФК встал, свинья ебаная. Хватит читать, а что делать? Фразы, которые... Если человек одел форму... Вот как, блядь, не читать? Фразы, которые нужно вспоминать на всю жизнь. Если человек одел форму СС... Осуждаем. То... Есть четкое, он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил. Блять, как много текста, а? Это я в 11 лет еду в школу на автобусе после того, как на РНТВ сказали, что сегодня конец света. Молодец. Просто Дарья, спасибо за переподписку. 2012 год. Блин. Будешь кроватку первый раз за 2 месяца-то заправить? Да я чё, ёбнулся? Блять, какой же срач на кухне, на. Это просто пиздец. Хорошо, что мне похуй. Ой, блядь, так, а чё похавать-то? Бля, нахуя я вообще сюда залажу каждый день, если я тут не ем? Блядь, Рената чё звонит? Да, да нормально у меня всё, сам себе готовлю. Вот вчера вареники сделал, вообще покушал. Да, вообще вкуснятина, так что не переживай, всё нормально, давай. Блядь, придётся опять за дочком идти, сука. Ебать, сколько у меня тут нахуй? Сегодня дорогой берём за 12 рублей! Ебать, а чё, у соседей Wi-Fi, что ли, отключился, блядь? Чё, нормально? Нет, вовремя платить надо. С кем живу, блядь? Я захожу на Zoom, урок, также 80-летняя географичка. Охуевает от того, что к ней хочет присоединиться Сталин. Когда в игре кальмара не съел кальмары и лежишь, короче, грустный, да мне похуй, я не смотрел. Я
Я, кстати, когда еще не посмотрел этот сериал, тоже думал, там что-то с кальмарами связано. Что-то морское, наверное, блядь. Про моряка, наверное, который кальмары хуйнул большой. Стены ЕГЭ просто жут бланк, блядь, с телефоном в очко. But I don't fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care. Тот самый чел в автобусе, что испепеляет тебя взглядом без какой-либо причины. Да я ебал эту камеру! Сука, блядь! Ой, блядь. Твоя мать мертва.